Ребята, дорогие, всем привет! Это мой заказ обуви, да, обуви для Виктории. Вот столько много, давайте с вами смотреть, разглядывать, рассматривать, да. Вот и Викуська гнется, да, то есть очень красивые, классные такие, да, средней гнучести, да, можно так сказать. Так, тут у нас папулька, давай, надевайте. Вот, очень-очень хорошенькие такие, классные, звездочки такие на подошве. Так, надеваются комфортно, хорошо. Так, значит, вот у нас пальчик большой, главный. Вика, пошевели пальчиком. Да, пошевели пальчиком, да. Ну, в принципе, все великолепно, очень хорошо. Ты герой тут обуви, да? Папа пока точно-точно такие же надевает, а мы с вами их посмотрим вблизи. Такая вот красотища, мягкие, хорошие, тоже 30 размер у нас получается, такая вот подошва, очень классно блестят, издалека тоже очень красиво смотрятся, аккуратные такие. Так, значит, это у нас слепоны для девочек, так, размер 30, так, подошва ПВХ. Да, стелька, так, верх глиттер, подкладка текстиль. Да, Вика, нравится тебе? Покружись. Ну, очень хорошо смотрится, дай мама потрогает. Ну, вот почти как раз, я думаю, что все, мы все это оставляем. Вот у нас большой палец, я думаю, что хуже некуда. Нравится, да? Ой, хуже говорю. Хуже говорю некуда. Насмешила всех, да? Следующая вот такая розовая красотища. Да, будут сейчас примерять. Вика, надевай. Ну, то есть такая вот розовая красотища, классная. Тоже все нравится, все очень классно. Так, значит, это у нас слепоны. Состав все точно такой же. Артикул 885-537. Вика, нравится? Да, нравится? Пришла смотреть. Очень, да? Очень красивые. Ребята, нереально очень красивые. Такие мы уже заказывали, но, к сожалению, очень быстро износили. Очень быстро и стирали, буквально за 3 месяца, потому что лето было дождливое. И нам пришлось вот таким вот образом заказывать еще одни. Очень понравились, стираются хорошо, в машине хорошо крутятся, да. Вот, и мы вторые заказали. Знаете, одевайте, я пока скажу артикул. Так, значит, артикул у нас 55-861, размер 30. Да, вот такая вот красота. Очень аккуратные, классные, смотрятся здорово. Все, прям никаких нареканий к продукту нету. Пальчик тоже. Как бы они, получается, что они идут размер... Они идут размер в размер. Да, Вика? Удобные? Удобные. А сейчас смотрите, какая красота. Под платье, под джинсы. Легкие такие, хорошенькие, да? Вообще здорово. Вот эти супер, мне нравятся вообще. Мне тоже нравится, надо было двое взять. Но если будут, я вообще двое возьму. Пока одни сохнут после дождя. Так, стелечка слегка ортопедическая. Но они, в принципе, все такие, да? Ага, одеваются хорошо, быстро. Так, значит, это у нас идет артикул 885-561, размер 30. Ну-ка, Вика, покажись-ка. Ну, вообще, прям универсальные, да? На меня. Тёпа, как в стройбазе, да? Ой-ой-ой, как быстро прыг-скок, да? Как быстро. Двух, прямо две упаковочки в таком вот мешочке, который, да, закрывается, затягивается. Тут папа у нас, да, шабаршит уже успел. Да, то есть вот пришли такие вот полуботинки кроссовые для девочек. Размер 31 у нас тут, артикул 883-92. Вот спорный вопрос, подойдут, не подойдут, я не знаю, к сожалению. Да, то есть тут у нас такая вот длиннющая застежка. Хорошо. Хорошо, да? Ну, значит, они мало мерят. Я потому что помню, мы такие уже брали, но так как мы после каждого похода, да, то есть вот тут такие вот липучки, тут все как бы здорово, подошва мягкая, не мягкая. Так, протектор вот такой,
Да, подъем тут можно регулировать, да. То есть, если тут они аккуратненькие, то тут у Вики они уже таким вот образом, что надо тут немножечко поправлять, потому что они новые. И чтобы подъем не давило, да, подъем, взъем, кто как называет, надо застегивать, да. И удобно ребенок сам застегивает. Единственное, что они маркие. Мы очень любим везде бегать, прыгать, но они тряпичные. В них дышит кожа, понимаете, в них дышит нога, и это очень хорошо. Вика у нас ходит на футбол, Вика у нас много где ходит, и получается, что... Очень-очень классно, когда кожа дышит и обувь комфортная. Но буквально 1-2 занятия, и они у нас летят в машину для стирки. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Вика. Да, Кононов Антон, Кононова Вика. Вика, скажи пока. Пока. Пока, всем пока.